Тут точность колонок соблюдается. Станислав, попросите забрать, чтобы второй мерник принесли. Это мы вам продемонстрируем, покажем. Ну, на фоне, например, того же пистолета это не проблема. С точки зрения вместимости бензобаков, тот объем, который фиксируют производители автомобилей, это минимальное количество топлива, которое в этот бак влияет. В моем понимании, для производителя важно указывать объем бака с точки зрения запаса хода автомобиля. Сколько на одном баке машина может проехать. Поэтому, указывая бак 60, производитель гарантирует, что бак не менее 60 литров. При этом баки они не поверяются, они не подлежат поверке, ну, такой нет просто процедуры. И при этом мы понимаем, что помимо самого бака есть горловина, есть какие-то еще подводящие трубы, в которые также заполняются топливом, поэтому объем может быть чуть больше, чем номинал. Так, коллеги, вы видите, что согласно табло мы налили ровно 10 литров топлива. Соответственно, мы получили некий перелив, то есть топливо чуть выше нормы. Колонка слегка переливает. Ну, это же тоже плохо. Межповерхностный интервал ДРК.